Некоторые проблемы. Диалог получился достаточно разнообразным. Защитить права не получится. Звезды отечественного кино. Наши спортсмены также опередили соперников. И бескорыстно помогает самым маленьким пациентам. Вот нравится мне. Наши картины там совершенствуются. И это очень бывает. В Петушках неравнодушный сосед вытащил детей из горящей квартиры через балкон. ЧП произошло вечером 11 июля на улице Московской. В доме номер 32 загорелась квартира. В ней в этот момент были двое детей. Девочке 12 лет, ее брату 5. Огонь отрезал им путь к выходу. Дети находились дома одни. Мама на работе, папа в больнице. Пока пожарные ехали на вызов, огонь стремительно распространился по квартире. Брат с сестрой выбежали на балкон и стали кричать о помощи. В тот момент 40-летний Дмитрий Рогов уже бежал к ним. Герой рассказал Шестому каналу, что живет в доме напротив, а вот по соседству с пострадавшей квартирой его мама. Позвал сосед на соседнем балконе, спросил, говорит, вот у тебя там есть кто в этом доме? У меня мама живет. Говорит, вроде квартира горит. Сам побежал туда, пробегая мимо балкона вот этого соседнего дома, увидел двух ребятишек уже в огне на третьем этаже. По дороге спрашивал, там пожарную вызвали, не вызвали, но чтобы знать. Сначала мужчина высунулся из окна лоджии, чтобы перетащить детей, но не удавалось. Дети были слишком перепуганы. Тогда Дмитрий снял окно, которое располагалось ближе к балкону горевшей квартиры, и уговорил девочку начать перелезать. В итоге уже вот когда у нее на руках волдыри пошли, она уже гореть начала. Ну, то есть инстинкт самосохранения сработал, она то есть стала вылазить. Ну, в этот момент я ее перетащил. Пацаненок остался там. Не знаю, как получилось, он руку поднял. Ну, в этот момент я его схватил за руку. Дальше дети выбежали по подъезду на улицу. Мужчина вышел следом. Дмитрий признается, в некоторые моменты не совсем ясно понимал, что происходит. Вы вот приняли вот это все решение. Вам самому не страшно было? Ну, знаете, я отец. Для меня нет чужих детей, вот честно. В голове была мысль, если я пацана не смогу вытащить, придется перепрыгивать, лезть туда и с ним спрыгивать. Неравнодушный сосед спас жизнь двум детям. Девочка успела получить ожоги. Ее госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. В МЧС рассматривают две версии причины возникновения пожара. Аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Как сообщают в тревожном ведомстве, теперь будет рассматриваться вопрос о награждении мужчины за его подвиг. Алексей Домнин, Маргарита Бычкова, Шестой канал. Цена входного билета на праздник огурца в Суздале повысилась в связи с расширением программы. Об этом Шестому каналу рассказали в Главном музее области. 13 июля в Древнем городе пройдет ежегодный гастрономический праздник. Согласно сайту Владимира Суздальского музея-заповедника, цена входного билета составляет 1000 рублей. Причем в прошлом году, судя по информации в открытых источниках, билет стоил 600. По словам представителя музея, подорожание вызвано следующими факторами. В этом году праздник идет гораздо дольше. В прошлом году праздник был там с 12, по-моему, то ли до 3, то ли до 5, сейчас до 9 вечера. Кроме того, состав участников совершенно другой. Программа тоже, она расширилась, стала более насыщенной и интересной. Естественно, никто бесплатно работать не будет, в том числе даже, наверное, и музейные работники. К людям, к мнению, мы относимся с уважением. Вот. Ну, надо с уважением также относиться и к музею. Напомним, День огурца был придуман в 2001 году работниками Владимира Суздальского музея-заповедника. В наше время этот праздник стал одним из самых массовых в Суздале. И чтобы попасть на него, в этом году придется раскошелиться. А для детей и пожилых билет вдвое дешевле. Взрослые граждане РФ на одного человека – 1000 рублей. Дети до 14 лет на одного человека – 500 рублей. Пенсионеры на одного человека – 500 рублей. Дети до 7 лет на одного человека – бесплатно. Зато жителей Суздаля и Суздальского района пустят на праздник бесплатно. Свободный вход также у инвалидов, героев СССР и России, героев труда, а также участников СВО и беженцев. К самой многочисленной группе льготников, пожалуй, можно отнести жителей Суздаля и Суздальского района. Они имеют право бесплатно посетить праздник. К бесплатным категориям также относятся участники специальной военной операции, их дети до 18 лет, супруги и родители, жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, беженцы, сотрудники музеев, подведомственных Министерству культуры РФ и члены Международного совета музеев. Праздник огурца будет проводиться на территории музея деревянного зодчества в эту субботу, 13 июля. Среди прочего, гостям обещают выступления столичных артистов. Маргарита Бычкова, Шестой канал.
Мотоцикл забирает эвакуатор. Во время проверки документов у его владельца не оказалось водительского удостоверения категории А. Мотолюбителя остановили дорожные инспекторы на 3-й кольцевой улице во время профилактического рейда. Байкер рассказал, что давно мечтал о мощном двухколесном транспорте. Приобрел Сузуки. Правда, мотошколу закончить не успел, а оседлать железного коня уже хотелось. Словил азарт, хотел попробовать, адреналин поймать. Вот, только недавно купил и поехал попробовать. Ну и как, поймали адреналин? Да, да. Классно. Доволен покупкой, мне очень нравится. Поскорее бы сдать на права. По словам госавтоинспекторов, нарушитель пытался скрыться на узких дорожках придомовой территории. Не удалось. Теперь мотоцикл увезут на специализированную стоянку. Его 24-летнему хозяину предстоит заплатить штраф 5000 рублей. На протяжении всей съемки водитель не снимал шлем. Так как у вас отсутствует категория А на управление транспортным средством мотоцикл, и вас отстраняют от управления транспортного средства, вот протокол об отстранении, ознакомьтесь, пожалуйста, с ним. Незадолго до этого инспекторы ДПС проверили документы еще у двух мотоциклистов. Их остановили напротив площади Победы. Мужчина и женщина ехали из Москвы отдыхать в Казань. Мы очень ответственно относимся, страхуемся, ничего не нарушаем и очень медленно ездим. У меня первый раз такая долгая поездка. Я обычно по городу немножко. Тут решили поехать в Казань. У нас сегодня первый день отпуска. Немножко еще с работы, но поэтому не успели повернуть на объезд по Владимиру. Еще попали, сейчас час пик идет с пробками. У Золотых ворот байкеров остановили снова. Они пропустили дорожный знак о запрете проезда на мототранспорте по центру города. К слову, на Студеной горе его отчетливо видно. Вероятно, гости Владимира залюбовались красотами. Однако на этот раз мотоциклисты не были так доброжелательны. Своих неприятностей обвинили нашу съемочную группу. Благодаря вам за то, что вы нас направили сюда, нас остановили, потому что, оказывается, в вашем городе мотоциклистов не любят. Нельзя у вас здесь ездить на мотоцикле. А почему спасибо благодаря нам? За гостеприимство. Потому что вы меня спросили, вы туда едете? Туда. Езжайте. А, то есть мы виноваты. Разумеется, съемочная группа 6-го канала путь байкерам не указывала. А за невнимательность на дороге Андрею придется заплатить штраф 500 рублей. По словам сотрудников ГАИ, подобные нарушения у мотоциклиста уже были. Его спутницы вынесли предупреждение. Всего за время рейда инспекторы ДПС выявили 10 нарушений правил дорожного движения на мотоциклах. С 1 июля проверки идут каждый день. Немало водителей остановили в отдаленных микрорайонах города – Шепелево, Лунево, Заклязьминском. Причины нарушений, как правило, всегда похожи. Управление транспортным средством не зарегистрировано в установленном порядке. Управление транспортным средством, не имеющее водительского удостоверения. Грубые нарушения ПДД – это выезд на встречную полосу. Это игнорирование правил проезда пешеходного перехода, сигнала светофора. Это вот основная проблематика, с которой мы имеем дело с водителями мототранспорта. А вот скутерами и мопедами можно управлять с 16 лет. Для этого нужно получить водительское удостоверение категории М, пояснили в ГАИ. На мотоциклах с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров тоже можно ездить с 16-летнего возраста. Тут понадобится удостоверение категории А1. Как рассказывают в дорожной полиции, подростки – самые беспечные водители. Они попадают в ДТП чаще других. Нарушителями правил дорожного движения являются в основном подростки и дети, не достигшие 18-летнего возраста, которые зачастую управляют и перемещаются по дорогам общего пользования на так называемых скутерах, питбайках и прочим видам техники, которые, ко всему прочему, может быть не предназначены для использования и перемещения по дорогам общего пользования. С начала года во Владимире произошло 15 аварий с участием двухколесного транспорта. Пострадали 17 человек и трое погибли. Как уточнили в ГАИ, статистика за предыдущие годы идентичная. Госавтоинспекторы просят соблюдать правила дорожного движения в первую очередь для собственной безопасности. Евгений Павлов, Александр Агафонов, 6-й канал. Из чего сделана лестница? Таким вопросом задались владимирцы, гуляющие по новому скверу на улице Спиранского. Общественное пространство для жителей юго-западного микрорайона сдали только месяц назад. Торжественное открытие приурочили к Дню защиты детей. И вот уже 9 июля в местной подслушке поделились свежими фото с обвалившимися краями ступеней. Под постом появились вот такие комментарии горожан. Строят песочные лесенки и домики с дорогами. Видимо, этому конца и края не видать. Везде так. Ногой отбивается вообще без проблем. Халтура по всему городу идет. Многие недоумевают, что могло произойти с лестницей, чтобы за небольшой промежуток времени она перестала выглядеть новой. В мэрии объяснили, поставили ее в рамках первого этапа работ по проекту сквера. Было это в прошлом году, а не в этом. Лестница находится в ненормативном состоянии. Она была обустроена в прошлом году, в 2023 году. В настоящий момент составлена в адрес подрядчика предприятия,
претензия, о необходимости восстановления и приведения в соответствующее нормативное состояние данного объекта. Ремонт лестницы планируется в этом году в рамках гарантийных обязательств. Подрядчик работ компания «Агуна», которая ранее числилась фигурантом уголовного дела о мошенничестве во время ремонта кровли городского политехнического колледжа. Владимирская фирма согласилась благоустроить новое пространство на улице Спиранского за 8,5 миллионов при начальной стоимости контракта в 9,1 миллиона. Как чиновники сообщали на открытии сквера, работы завершены не до конца. На момент написания материала на официальном сайте госзакупок указано, что контракт исполнен пока только на 6 миллионов из 8. Как подчеркнули в мэрии, чинить покрошившиеся ступени будет именно «Агуна» по гарантии, поэтому деньги из бюджета на это не потратят. Напомним, сквер находился в списках объектов голосования по федеральной программе «Комфортная городская среда» и в 2022 году, и в 2023. Однако необходимого количества голосов территория не набирала, после чего общественное пространство решили обустроить на деньги, которые выделяются депутатам горсовета. Ежегодно на наказы избирателей народные избранники получают по 2 миллиона из бюджета города. На сквер скинулись председатель совета нардепов Николай Толбухин и депутат по третьему округу Светлана Мангушева. Первый шаг в реализации проекта нового пространства был сделан в августе прошлого года. На прилегающей улице Тихонравова проложили ливневую канализацию. Маргарита Бычкова, 6 канал. На Яндекс.Картах появились объемные изображения главных достопримечательностей Владимира и Суздаля. Соответствующая новость опубликована на сайте компании. Теперь основные архитектурные шедевры городов Золотого кольца России стали трехмерными. Речь идет о достопримечательностях Иваново, Ростова-Великого, Костромы, Ярославля, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Суздаля и Владимира. Среди самых популярных достопримечательностей Золотого кольца по числу запросов в поиске Яндекса – церковь Покрова на Нерли в Суздальском районе, Золотые ворота во Владимире и музей-усадьба Ботик Петра I в Переславле-Залесском. Эти и еще 40 зданий и памятников теперь можно рассмотреть на карте в 3D. Увидеть достопримечательности в объеме можно как в веб-версии Яндекс.Карт, так и через мобильное приложение. Для примера возьмем Золотые ворота города Владимира. Если вы используете мобильное приложение, то для того, чтобы увидеть один из главных символов областного центра в объеме, необходимо сначала приблизить карту, а затем вот так вот двумя пальцами провести, и белокаменный памятник древнерусского зодчества станет доступен в 3D формате. Если же использовать компьютер, то для этого необходимо найти значок 3D, который расположен в правой части экрана, нажать на него, и памятник 12 века вновь будет доступен в объемном виде. Причем разработчики намерены продолжать работу по созданию объемных объектов городской инфраструктуры. Новые модели достопримечательностей – еще один шаг к картам будущего, максимально приближенным к реальному городу. В приложении есть уже более 200 3D-макетов знаковых мест в 23 городах России. В будущем трехмерными также станут тоннели, остановки и другие объекты городской инфраструктуры. Всего же из Владимирской области на Яндекс.Картах запечатлено 9 объемных архитектурных памятников. Все они расположены во Владимире, Боголюбове и Суздале. Алексей Домнин, 6 канал. Во Владимире поселились соколы. Пустельги залетели во двор дома номер 49 на проспекте Ленина. Две особи расположились на окне, чтобы почистить перья. Птицы хищные и занесены в Красную книгу Владимирской области. Как говорят сотрудники музея природы, их появление в городе – большая редкость. Появление этого молодого выводка на территории города Владимира, но очевидно, что они вывелись на территорию города, связано с антропогенным давлением, которое оказывает хозяйственная деятельность человека на окружающие пригородные природные комплексы, соответственно, в поисках пропитания, расширения своей территории. Обыкновенная пустельга размером с голубя может нападать на мелких птиц. Соколы вызвали переполох среди других пернатых. Во время охоты пустельга висит в воздухе, часто-часто трепеща крыльями, высматривая добычу. Заметив мышь или крупные насекомые, она стремительно падает вниз. За день взрослый особь съедает около десятка грызунов. В городах ловят также мелких певчих птиц, большей частью домовых воробьев. Очень интересно наблюдать эту редкую птицу в городской среде. По словам сотрудников сектора природы в СМЗ, пустельгу уже видели и на территории Владимирского госуниверситета. Хищники постепенно осваиваются в городе. Однако на экосистему это не повлияет, говорят научные сотрудники. Птицы редкие.